Летчик герой Великой Отечественной войны. Ребята, а вы знаете, какого числа Германия напала на нашу страну? Нет, не 7 год, у нас благородный. 1941. Шел 1941 год. Один. Ранним утром. Это случилось с какого числа? 22 июля. Люди спали, потому что наступил выходной день. Ровно 4. И ровно 4 часа утра фашисты напали на нашу страну. До нашей страны они уже захватили много-много стран, решили нашу страну, решили вообще весь мир захватить, но не получилось. А потому что вот таким героем, которые были, да, помните, как мы едины, если мы едины, мы... Мы победим. Ну что, давайте еще один кусочек, да? Да. Летчик вышел наружу, и было слышно, как он шумно чистит зубы, обливается холодной водой, потому что она закаляет, ребята, крякая, фыркая на весь лес. Он вернулся веселый, свежий, с каплями воды на бровях и волосах. Опустил фитиль в лампе и стал раздеваться. Что-то тяжело грохнуло о пол. Я оглянулся и увидел такое, чему сам не поверил. Он оставил на полу свои ноги. Знаете, вот без ноги летчик. Летчик-истребитель. Летчик, только сегодня совершивший 7 боевых вылетов, избивший 2 самолета. Это казалось совершенно невероятным. Но ноги его, точнее говоря, протезы, ловко обутые ботинки военного образца, валялись на полу. Нижние концы их торчали из-под куртки и были похожи на ноги прячущегося там человека. Должно быть, взгляд у него в эту минуту был очень озадаченным, так как хозяин, посмотрев на меня, спросил с хитрой, довольной улыбкой. Неужели вы раньше не заметили? Вот хорошо, вот спасибо. Удивляюсь только, как вам никто не рассказал. У нас в полку столько же асов, сколько и фонарей. Кто такие асы? Асы. Знаете, кто такие асы? Очень хорошо, правильно. А фонари кто такие? Это потому что сегодня вымотались все так. Но это не главное дело. Это же черт знает, какой подвиг. Без ног сражаться на истребителе. История авиации ничего подобного еще не знает. Летчик весело свистнул. Ну, история авиации. Она много чего не знала. Да узнала от советских летчиков в эту войну. Да и что тут хорошего? Можете поверить, что я с большим бы удовольствием летал с настоящими, а не с этими вот ногами. Но что поделаешь? Так сложились обстоятельства.